Всем привет, мои дорогие зрители. И опять видео с моря. Море сегодня, смотрите, какое чистое. Вообще очень странно, что оно такое чистое, да? Мы несколько дней не ходили на набережную, потому что были на это причины. Видео и я тоже как-то потеряла интерес снимать. Никто не смотрит. Я физически не успеваю. Решила, как есть, так и есть. Кто-то говорит, что YouTube в России закроют, а вас очень много из России. Надо будет искать какие-то другие способы, да, на Дзен переходить, наверное, не знаю, видео буду публиковать где. Но не суть. Справимся. Смотрите, какой у нас грязный пляж. Ну, не грязный, в каком смысле, окурки. Так-то убрали, вот. А я пошла купаться. Моя Маруся. Красивая девочка. Чем я занимаюсь? Я еще не остановилась. Кушала вот такую вкусную дыню. Всех накормила на завтраком. Готовлю с рисом. Как они называются? Тетельки? Пыжики-шмыжики. Делаю сначала зажарку такую. Лук, чеснок, паста. Здесь у меня суп эзогелин. Здесь для пюре. Вот такой у меня будет обед. Газ буду потом мыть. Вот такая дыня, она и беспроигрышная. Она всегда очень вкусная. Советую ее покупать. Вчера был муж на базаре. Купил нам всего-всего. Вот. Сейчас надо, кстати, птичкам дать мару. Они так любят. С ума сходит за ней. Купили вчера 1 кг масла. И чем самое хорошее? Фарш купила я 1 кг. Не фарш купила, друзья, а я сейчас айран, молоко. Каждый день делаем закупки. То, сё, колбас, молбас. На завтрак яйца домашние. Домашние яйца, вот, чтобы видели. Ой, как там грязно. Я не захожу туда, не заглядываю. Вот так там грязно. Сейчас оно у меня потушится. И я залью водой, посолю. И свои эти тефтельки, пыжики, мужики, крошу. Устала, друзья мои. Волосики еще покрасила. Все в порядке, только не Светлана. Друзья мои, не делаю видео, не записываю, потому что смотрю, что нет просмотров, и я физически очень занята. Вот сейчас с утра решила после завтрака, как накормила их, приготовить все, потому что у меня болит поясница, очень схватила, и я сегодня была на море, посмотрела, что ухудшилось. Я вот прям хожу и чувствую боль, мой муж мне натер, завязал меня этим. Сегодня, кстати, день рождения моего сына. Мой сын Лев. Поздравляем моего сыночка. Видео это выйдет позже, конечно, но главное, что вышло, и жду от вас поздравлений. Мы ходим почти каждый день к зубным врачам, делают какие-то примерки. Мне кажется, что скоро, завтра, послезавтра мои зубы будут готовы. И я должна все сразу заплатить, я ЖКМ должен заплатить, хотя его пока еще не готовы. Ну вот, как-то так. Поеду Батуми зубами. Почистят мне, посмотрим, как будет. Всем доброе утро, посмотрите, Маруся моя Куся, мои внучата сладенькие. То есть приятного аппетита. Приятного аппетита. Смотрите, а это вот сидит еще по там, ждет, пока остынут блинчики. Бабуля с утра им нажарила блинчики. То есть это оладушки несостоявшиеся. Ну, какие есть, да? Но они зато на сметанке вкусные. Сгущенка, сметанка. Лабные. Вот. Кто как хочет. Приятного вам всем дня. А вот наши птички. Всех покажу своих деточек. Вон морковочка, их кормлю. Ой, как любит морковочку. Шекерим и Мавиш. Ой, Мавиш хулиган. Я их и мятой накормила, и зеленушкой. Все, что можно.
Смотрите, какие они классные у нас. Мои детки. Сколько у меня деток на данный момент? Очень много. Ирма, стой! Он же так специально сделал. Добрый вечер. Ирма так и выросла в этой юбке, такая большая, и Мари. Вышли мы вечером погулять на этих девочках. Модели мои. Всем приятного вечера. Всем приятного вечера. Вот. А кто мне будет? Тимари, какая красивая у меня сегодня. Это спрячь. Вот. Деми нашел монетку. Синюю монетку, монеты. Две? Да ты что? Одну лира сразу. Как много денег нашел. Спрячь, да. Я сбежала буквально, в смысле слова. Сбежала я из дома, потому что я устала. Я так жарко дома, так жарко. Ирма буламады. Ирма мал. Bakalım bir dahakine kim olacak? Ирма буламады. Ördeklere bak. Посмотрите на Ирмочку, какая прическа я себе сделала. Ирма, бедакине сен бул, tamam mı? Это ошкам положи. Да ты что? Какие там молодец? Сколько? Сколько? 50 лира. İki tane istiyoruz. Смотрите, как делают. Начали. Смотри, показывай. О, смотри, поливают этим сиропом. Мари, смотри сюда. Клубника. Будем. Мы три штуки взяли, да? Вот так делают и нашему. Это здесь также вот эти вот садится. И возьми эту скамейку. Нет, а вдруг это нельзя? Принеси, говорим тебе. Я так. Почти все готово. Надо только сок. Принеси добавить. Скамейку сюда. Иди посмотри. Я смотрю, бабушка. Там лед натирают. И так вот делают. И малыш. Это вкусно. Одна штука готова. Биджи-биджи. Нравится вам? Да. Мари, а ты? Чё, где трубочка? Чё гюзель, Мари? Ашкин бегендин бе? Чё гюзель? Герчектан гюзель? Она очень вкусная. Не кушайте на здоровье. Бабуль, а почему ты из Мари не берёшь? Трубочки! Сок попить, о, классно. Давайте сок выпейте сначала. Очень вкусно. Ага. Не торопись, холодное. Вкусно. Не торопись. Аллах. Потому что ты три купила? Ну, вам достаточно. Вы это съедите, хорошо будет. Вон у Марии еще половина. Не хватит вам столько? Пен сураите. Не видел.
Ben ready for you, Spada. Сколько в них энергии. Иди, что ты ко мне пристал? Как пиявка. Верни меня.